Всем привет, ребят, еще раз, ну что, продолжаем тест. Перезагрузился сервер, серверное время точнее, и у нас сегодня тест. Будем пробовать бить архидемона, который бьет по зоне, имеет иммунитет, вызывает приспешников, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас я точно гляну. Так, это наш результат. 5.96. Да. Призывает. В общем, у нас вот такой вот состав. Я вам показал первый состав. У нас шестые пиромаги стоят. Сейчас мы попробуем на тыковку стартануть с тыковки. То есть состав я вам сейчас опять же покажу, потому что многие не смотрят предыдущие, попадают, потом спрашивают. Есть целый плейлист по архидемонам, можете туда заходить, а там разные вариации, я смотрю. В общем, 9-9, 9-й раскол стоит, то есть такой вот вариант. Это наш первый герой, второй герой, тоже раскол. Ведьмочка. Тыковка. Я единственное хочу поставить на тыковку, попробовать вот такой вот вариант. А панчбокса я поставлю на химку. Хочу посмотреть еще вариант, будет ли спасать. Так, окей. Что у нас получается? Раз, два, три. Тыковка у нас будет первый тест. Мы будем с тыковки стартовать с расколом. А второй я поставлю воодушевление на нее. Так, четыре героя вам показал. Космо. Это у нас пятый герой. Так, тут у нас кулдаун 2,5 секунды. У огневика, по-моему, 3 секунды. Ну, поэтому лучше взять. Так, есть. И стрелок. Вот такая вот сборка. Так, а что у нас под хилом получается? Ну, под хилом, в принципе, с одной стороны. И надо бы кого-то взять. На укротителе, по-моему, был. Да, Рудольфа нам хватит. Сколько у нас тут кулдаун? 5 секунд. Сюда мы поставим огневика. У него кулдаун по атаке меньше. Так, окей. Поехали. То есть такой же вариант, все осталось 10-10 тыква, максималка, как видите. Особого такого прироста она пока не дала, я не увидел точнее. Сейчас посмотрим, как на практике будет. Вот опять же, старт с тыковки, как видите, у нас разгон намного хуже получился. То есть я стартанул полностью с тыквы, соответственно, там эти приспешники начали сразу же дамажить. Посмотрим, что будет в итоге. Есть еще один вариант. Думаю, как вариант попробовать поставить на космо сразу же ремку, чтобы он сразу включался. Как вариант. Вот я вижу, уже 3 секунды мы потеряли, даже 4 секунды разницы. Посмотрим, что в итоге. Попробовать космо убрать раскол. Посмотреть. Это, я думаю, я уже завтра затестирую, потому что карт нету. Либо попробую на твинке пройти. Там я специально прокачал героев под архидемона. Попробовать там, как вариант. Ну вот мы так и теряем 3 секунды, 4 секунды, 5 секунд. Да, очень большая потеря. Если стартовать именно с тыковки, кидать так ноги.
не знаю, очень-очень какой-то странный результат будет. Мы даже, по-моему, не успеваем. По времени. Очень много стана проходило. Я не знаю, мы даже на 5, наверное, не выйдем таким темпом. На 5 все-таки вышли, ровно 5. То есть старт с тыковки, ну, очень неудачно получилось. Секунд 6-7 мы как минимум потеряли. Хорошо, давайте такой другой вариант попробуем. Попробуем воодушевление. Где наша тыква? С тыковки я стартовать не буду уже, но я попробую... Девятое воодушевление. Я стартану с космо, как и раньше. Попробуем такой вариант. Может, такой вариант будет получше. Так, ничего мы не поменяли. Стартуем с космо. Вот разгон мы уже 3-4 секунды как минимум с воодушевлением выиграли. Посмотрим, что будет в итоге. Но воодушевление не дает дополнительного урона. Смотрите, 22 секунды. Неплохо. Переход. Посмотрим, как дальше пойдет. Вот 50 мы даже закончили, ничего себе. Ай-яй-яй-яй-яй. Потеряли немножко. То есть секунд 5-6 мы должны в итоге на последнем архидемоне иметь. То есть после пятого. Ну, если, конечно, удачно все будет, и он у нас не будет станет. Вот видите, где-то именно переход, вот этот переход, и мы теряем по секунде на каждом архе. То есть, соответственно, у нас где-то плюс-минус мы выйдем на одно и то же. Мы не имеем дополнительного удара. Посмотрим. Все равно такой вариант, мне кажется, будет получше, чем предыдущие заходы. То есть мы убрали раскол, но результат у нас вот 5-4. Ну вот переходы, видите, вот где-то именно на переходах не хватает. 113.
То есть, по сути, что раскол ставить, что воодушевление за счет где-то ускорения на первых секундах получается намного лучше. Окей. Следующий вариант я хочу попробовать поставить на космо. Поставим ой, воодушевление Ремку. Попробуем, чтобы он сразу включился. И посмотрим, что получится с этого. Но именно переходы, как видите, именно переходы с архи на архи, он включается, мы теряем там по секунде на каждом, то есть 5-6 секунд мы теряем в итоге. Ну это опять же, это рандомные архи, тут от минуса до плюса очень по-разному, там 3-4 секунды, а то и 5 секунд, если вы выиграли, в итоге вы потом получите намного выше результат. В общем, посмотрим. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.